Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Зевает, разбудили. Давай. Хулиганка. Моя хулиганка. Она по своим делам туда полезла сначала. Потянуться надо. Ну. Давай вылазь, хватит думать. Позевать ей надо, что же. Кот сидел, тут сидел, куда-то убежал. Не дождался. Ну, привередина. А, привередина. Села будет думать. Подходить, не подходить. Давай вылазь. Ну. И скорее. У нас видите, никакой реакции. Не проснулась еще. Ну. Хватит думать-то. Давай подходи. Сидит, отвернулась. Ну. Ну иди мясо будем есть, иди, если лицо не хочешь. Она сидит, зевает, такое все сидит. Хулиганка, вылазь давай, спряталась вообще. Это, ну, вообще это самое. Вообще нюх потеряла. На. Давай вылазь. Хватит привередничать. Давай. Давай. Опля. Ну?
Как же ее расшевелишь? Это же ты что? Целая это сам проблема. Сонную лису. Ну теперь надо проверить, тут что осталось-то. А, смотри, вот скорлупа лежит. Ну, скорлупу надо сначала свою это сам вылезать. Давай иди. Она куда-то опять в свою другую сторону пошла. Куда пошла-то она? Ва. Она ничего не хочет, она даже яйцо не хочет вылизывать. В туалет ей сходить надо сначала. Давай. Опять на свое место пошла. Она совсем испортилась весной. Ни хрена она не хочет делать. Ну и скорее. Ну, и что там? А? Лапу будет вылизывать свои. Ну иди, мясо дам, иди, на. Ника, чё? Она ничего не хочет. Куда пошла-то опять? Ну, правильно, круги надо нарезать. Ага. Мясо будет подкидывать. Ну, давай иди. Куда она опять пошла? Ну? Она какие-то эти самые мне это устраивает. И чё? Вот ушла туда и всё. Ничего не хочет. Ничего не хочет, она подходить не хочет. У неё весной вообще аппетит. Аппетит испортился у неё весной. На. Ничего не хочет. Не хочет она ничего. Лежи, чтобы ей туда просто кинули и все. Оба. Какая умная. Какая девка умная. Ну, давай иди сюда, и скорее. Иди скорее, моя девочка, иди. Ну иди скорее, иди, иди. Она сегодня из принципа ничего не хочет делать. Ничего она не хочет сегодня. На. На. Мяско она еще поест.
Давай. Хулиганка. Хулиганка. Что за фокус это сегодня? Ну, давай яйцо поешь, иди. Будешь яйцо есть? А? Не хочет она яйцо подходить, если она знает, что за яйцо ее гладить будут. На, иди мясо ешь. Спряталась она там. Давай, на. Мясо она поест еще. Мясо она поест, то и то только не из рук. Давай. Ну? Она вообще обленилась. Она вообще обленилась сегодня. Давай. Не хочет. Антошка подходить не хочет. На. А сегодня даже вообще нихуя не хочет ничего делать. Вот три кусочка съела и все. Больше ничего не хочу. Вот кинули на будку, она даже подойти не хочет. Все, короче, она сегодня какая-то не эта самая. Сегодня она не в настроении, она сегодня. Какая-то апатия. Короче, все на сегодня.